Всем привет! Сегодня у нас видео будет о такой турецкой теме. Поговорим немножко о характере, менталитете людей турок. Что, собственно, какая-то особенность есть. Знаете, у нас в постсоветском пространстве в советское время было что-то похожее, да, у нас, потому что у нас был дефицит, у нас все было недоступно, закрыто, и очень были важны связи личностные, да. И, собственно, товар и деньги были не так важны, как наличие каких-либо связей, чтобы что-то достать, чтобы что-то поиметь, чтобы что-то хорошее, что-то лучше уровнем сервис получить, либо какие-то услуги, нужно знать каких-то определенных людей. То есть связи были, собственно, валютой такой же, как и деньги, да? А в Турции, в менталитете, воспитании это до сих пор есть и остается. Феномен виден вообще на всех каких-то социальных слоях, даже это не важно, кто-то победнее, попроще живет в бизнес-кругах, по работе, все это очень видно. Вообще, когда встречаются турки где-то, незнакомые знакомятся, например, соседи между собой по работе, на работу ты на новую пришел, или еще где-то, начинается разговор, когда, или даже бывает, когда люди разговаривают в каких-то официальных учреждениях, чуть-чуть так, а как ваши дела, да, small talk начинается. Очень часто, так как турки, кстати, разно выглядят, если вы не знаете, не все турки брюнеты жгучие, как в сериалах, видите, есть рыжие блондины, и их внешность очень часто обусловлена от того, откуда их предки, да, где они были рождены, проживали. И, например, когда знакомятся турки между собой, они спрашивают, а вы откуда? То есть, если ты родился, жил в Стамбуле, например, или в другом каком-то городе, откуда ты? Это имеется в виду, откуда твои предки, откуда твои родители, где они жили, или их там деды, бабушки твои. Например, если ты родился в Стамбуле, но папа, например, твой родился в каком-то другом городе, в какой-то провинции, в каком-то округе, ты обычно называешь то, откуда он. То есть твои корни, по сути, ну, если в Стамбуле, там все, ну, мы из Стамбула, типа, да, все понятно. То есть называется не по факту даже, где ты был рожден, твоя, по сути, родина-то этот город, допустим, а то, где родились твои родители, потому что это особенности, как я раньше в видео говорила, кухни, воспитание, это особенность жизни, это особенности менталитета. В Турции есть всякие народности, разные области в стране, и немножко язык, даже турецкий, отличается, да, есть акцент, например, немножко различается, когда люди с черноморского побережья, когда в Турции, в Стамбуле, например, человек разговаривает, говор разный, в принципе, собственно, как и в России то же самое, да. Вот, и когда об этом люди встречаются, это сразу, если ты встретил человека, который из такой же местности, оттуда же, откуда там твои родители, все, это уже, знаете, на сближение вот столько уже преодолели мы пространство, это уже очень знаково, это очень важно, ты уже сват, брат, или когда, буквально до смешного, у меня муж познакомился с одним соседом, выяснилось, что сосед оттуда же, откуда там у моего мужа папа когда-то там, его не так даже, мой свекор вообще стамбульчанин, но вот его мама, бабушка моего мужа, была рождена в той провинции когда-то там давным-давно, потом, хотя она всю жизнь прожила в Стамбуле, ее перевезли, короче, представляете, это не 3 поколения назад, но муж всегда говорит, что я оттуда, типа, вот он этим очень сильно гордится, он не стамбульчанином себя не считает, хотя он, его отец, по сути, был рожден, ну, вот так. И когда он узнал, что это сосед, все, они там Вась-Вась, братуха-братуха, прям все, они общаются, такие лучшие друзья, ну, не в кавычках лучшие друзья, я имею в виду, но из соседей всех он выделяет его, это такой вот дружбан соседский, да, они всегда друг другу там что-то помочь, подсказать по работе тут же, здесь не зазорно, кстати, спросить, а кем вы работаете, чем вы занимаетесь, очень часто спрашивают тут же возраст, особенно, даже у женщин, у меня как-то спрашивали, а чем вы занимаетесь, вы понимаете по-турецки, даже иностранку по мне видно, вы типа понимаете по-турецки, что же, какая работа, профессия, и, а сколько вам лет? Такое у меня было. Сразу как бы тут долго в карман за словом лезть не нужно. Здесь очень быстро вот эта дистанция, такие вопросы задаются, дистанция это сокращается, и вот если ты встретил человека из такой же провинции, то, короче, это считай родственник дальний, вот так скажу. Потому что, как правило, все какие-то родственники дальние, места мало, маленькое население, популяция, поэтому все считают друг друга там Вась-Вась, сват-брат. Что сам вот этот феномен дружбы, знакомства нужных людей? Это очень интересно, потому что если ты даже приходишь в какие-то госуслуги, если у тебя есть какой-то знакомый, тебе это сделают, например, что-то обслужат быстрее, либо ты можешь получить какую-то информацию самую свежую о новых там, законах, в Турции очень часто быстро меняются. Если ты, например, подаешь какие-то документы на что-то, и там что-то не соблюдал, не так подал документы, не тот пакет документов собрал, если это какой-то знакомый, тебе все, не то что закроют на это глаза, не закроют, тебе помогут все переделать, без очереди куда-то проведут, и все-все-все такое прочее. Если ты заболел,
что-то серьезное, да, заболевание, узкая специализация. Тут не просто там открывают книжку, там справочный телефонный, смотрят, так, доктор такой-то там список. Здесь спрашивают именно рекомендации от друзей, знакомых, а кто излечился, а что, к этому доктору. То есть это вся информация нужных связей, нужных людей, по работе в том числе, это все проходит по знакомству. Поэтому здесь до сих пор еще актуально знакомство, женитьба через родственников на свадьбе, на мероприятии, понимаете, доверенное лицо. Про доверенное лицо. В бизнесе это тоже здесь встречается. Если какая-то сделка идет, контракт или еще что-то, очень часто сделки заключаются, находят нужные друг друга люди, там один производит тот, этот, это продает, и есть связующее звено, какой-то сосед, тот же друг, как из какой-то этой же провинции или еще кто-то, который скажет, о, у меня есть вот этот знакомый, вот этот, я их познакомлю. То есть, или кто-то у него спрашивает, у тебя есть знакомые, которые работают там так-то, так делать, мне вот по работе нужно, помоги. Вот. Когда бизнес-встречи здесь тоже бывает, происходит в ресторанах, за ужином, и от самых таких мелкого какого-то бизнеса частного до самых крупных компаний. То есть здесь принято бизнес-ужины. Иногда это бывает семейные, жен приглашают, это более редко. Обычно мужчины одни собираются вечером в ресторанах, там 8-9 вечера. Бывает с алкоголем, с раком, например, либо там с пивком, такое тоже бывает. А в ресторанах собираются, обсуждают вот эти рабочие дела. Если был человек, который их познакомил, свел эти два бизнеса, он тоже его приглашают для присутствия, как вот такой гарант на первую встречу. Он тоже присутствует. Если какой-то процент, иногда за вот эти знакомства по бизнесу, я имею в виду, какую-то денежку отстегивают, договариваются о каком-то проценте. То есть человек себе тоже в карман это зарабатывает, так скажем, посреднические услуги, вот так можно назвать. Либо, если это не оговорено, действительно очень хорошие друзья, знакомые, родственники, то просто бывает, вот у меня просто, я по мужу своему, да, рассказываю, презентуют что-то, например, там, не знаю, оплатить недельный отпуск в каком-то отеле в Турции, или там что-то подарить, какой-то презент сделать, либо там разово как-то денежки какие-то на счет кинуть. И всякие разные формы, вот это зависит от уровня общения людей, то есть какая-то благодарность за вот это помощь в бизнесе, за правильное знакомство нужное, за вот эту помощь, это каким-то образом оплачивается. Либо там пригласить накрыть поляну, как у нас, да, называется, пригласить там в рестораны и, короче говоря, всех накормить, напоить, поблагодарить за вот эту сделку совершенную или что-то такое. То есть вот это своячество, свой брат, это все у них на этом очень многое держится, вот этой социальной коммуникации в обществе между людьми. Отсюда же растут многие, и когда я видео затрагивала, думаю, многие сами знаете, что турки, встречая за границей своих турков, если кто-то в какой-то беде, просто он не знает этого человека, просто турок, он поможет своему. Как правило, в большинстве случаев турки будут помогать. И если какая-то драка, и он знает, что там дерутся за турка, он побежит. Неважно, прав он, не прав, он впрягется за него. Такая же ситуация, они очень эмоциональные, темпераментные, очень быстро, особенно на дорогах здесь, бывают конфликты физические, в новостях постоянно об этом показывают, эксцессы, какие-то драки, перестрелки в том числе. Потому что эмоции, темперамент, и при этом, когда происходит какая-то стычка или еще что-то, буквально недавно был конфликт там таксиста на дороге с... Не поделили, короче, дороги с одним мужиком, просто водителем. И тут понаперлись все таксисты, понаехали. Он, наверное, как-то по рации позвал, и они за него впряглись. Там такая была огромная массовая драка, человек 20. С его стороны, он просто уехал, мужчина, который просто водитель. За него просто другие водители впряглись, потому что они просто водители. То есть у них какое-то объединение должно. Эти по признаку того, что они таксисты, а эти его начали защищать, потому что он один, их много, и они такие же водители, как и он, каждый мог оказаться на его месте. Неважно, кто там, как правило, оба неправы в таких ситуациях, потому что здесь все очень водят хамовито машины, очень часто подрезают. Здесь вообще хамовитая форма вождения машины – это норма. Так что, как правило, оба виноваты очень часто. Не бывает так, что один не виноват, кто-то кого-то как-то спровоцировал, подрезал. Но, в общем-то, эта стычка, сходка была, сразу же набежал народ, друг за дружку, была драка, потасовка. Очень все было серьезно. До больницы, конечно, не дошло, но до крови, скажем так, дошло, и даже перестрелка была. Вот я к чему, что свое, своячник для своего здесь очень до сих пор важно. Хотя мы живем здесь не в таком закрытом, в коммунистическом пространстве, капитализм. Каждый, по сути, сам за себя. Но в Турции их, это воспитание, на мой взгляд, часть их менталитета, их культуры, они воспитывают вот эту помощь, не только помощь, а вообще, в принципе, свой.
вот это ощущение принадлежания к какой-то своей культуре, язык, естественно, их всех роднит, и, в принципе, свое вот это национальное какое-то, свое какое-то национальное единство у них есть. На мой личный взгляд, это, с одной стороны, это очень хорошо, но если брать точку зрения бюрократии какой-то, документов и всего прочего, это не всегда хорошо, это немножко людям препятствует, да, если у тебя не знаком, то тебе фиг помогут, ты будешь все это делать, там, бюрократия, бумаги и все прочее, то есть надо искать вот этих знакомств, поэтому здесь, опять же, ноги растут, чтобы вы понимали, вот этот small talk, что важно, что о тебе подумают и скажут люди, да, потому что если ты будешь... социально, скажем так, неодобряемым плохим человеком, тебе будут плохо говорить, или ты что-то с кем-то будешь ругаться, тебе помогать никто не будет. У тебя будут обрезаны вот эти социальные, коммуникативные связи с обществом, с общественностью, тебе будут меньше помогать. Вот и все, собственно. Все растет оттуда. Если у вас есть вопросы по этому поводу, задавайте. Отвечу на них в комментариях, либо сниму видео. Скоро увидимся. Всем пока. Спасибо за внимание.